Получаем два таких вот одинаково отрезанные заглушки. За кадром отрезал кусок 110 мм, 1 см, 160 трубы. Теперь заглушки вставляем. Из куска пластины вырезал вот такой вот полукруг. Сейчас сделаем несколько отверстий. Расширил отверстие на 32, сделал вот такое вот колечко, взял вот такой болт. В общем, получилось вот так. Теперь сейчас поставил сюда кольцо, здесь поставим вот так вот. И за кадром сейчас это обварю и здесь также по низу прихвачу. В общем, получилось это вот так вот. Верхнюю гайку просверлил отверстие, чтобы можно было просто вставлять болт. Теперь отрежем кусок 10 сантиметров на 22. Но здесь лишнее, потом немножко надо будет убрать. Ребро здесь специально оставил. Так вот согнул, здесь все срезал, все будет четко стоять. Единственное, здесь надо сейчас будет вот наметить и вырезать. Пока получается так, сделал два отверстия на 8. Сейчас сварим шпилечку сюда еще. В общем, отрезал шпильку, накрутил по пару гаек еще. Теперь это вот так все открывается. Прикупил угол 45 градусов, отрезал. И сейчас вот так вот приклеим. Друзья, в общем, много подбирал. Таких всяких пружинок сам вот делал, навивал. Такую более жесткую тоже не то. Думал сюда поставить, тоже не то. Самое лучшее получилось от степлера, старого степлера. Теперь просто берем, вставляем. Вот два отверстия, естественно, я просверлил. И все, теперь у нас все работает.
такой вот гайки обточил. Получилось вот так вот. Ну, чтобы меньше было вибрации. Так, друзья, пойдемте попробуем, что у нас получилось и как это работает. Друзья, ну штраборез я сделал не просто так. Как видите, сзади меня уже оштукатурные стены, но они еще немножко вот подсыхают, сырые. А, конечно, сейчас еще пока штробить я их не буду. Как подсохнут, буду проводить всю электрику, потому что я электрику сначала не делал, мне было проще оштукатурить, а потом уже вкладывать кабель. Друзья, вы уж меня извините, показывать на стенах не буду, как штробить, потому что стены еще сырые. И покажу просто на куске газоблока, как это работает. Подключил пылесос, теперь включаем УШМ и пилим. Как видите, для проводки будет само то. И глубину можно регулировать. Задать любую глубину, хоть максимальную, хоть минимальную. Туда прям чуть-чуть подвигаем барашек и затягиваем. Все, то есть он будет ходить прям чуточку. Не только глубину можно отрегулировать, можно шайбами подложить и сделать пошире, если нам нужно пошире сделать. Либо, ну вот, самый оптимальный для провода, я думаю, вот как раз здесь, это 0,5, это 0,8 сантиметра получается. Можно побольше сделать, под трубу уже расширять. Вот что будет, если работать без пылесоса и без приспособа. Друзья, у нас получился с вами вот такой вот рабочий штраборез. Конечно, повторять я вас не прошу и не нужно, я просто показал свой вариант. Продаются также готовые штроборезы. А УШМ сама по себе, ну, достаточно опасная штука. Всегда нужно соблюдать технику безопасности. Если будете повторять, обязательно соблюдайте технику безопасности. Ну, кому понравился данный ролик, обязательно по лайку, попишите ваше мнение. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем вам здоровья, добра и всего самого наилучшего. Пока-пока!